3 июня на базе многопрофильного лицея номер 14 города Каспийска состоялось открытие летнего лагеря «Бригантина», который будет принимать детей с 1 по 6 класс. Отметим, что подобные лагеря открываются в городе ежегодно. Здесь любой ребенок может провести свободное время с пользой, повеселиться и узнать много нового. Открыл мероприятие приветственной речью заместитель главы Каспийска Гусейн Мукилов. У нас сегодня прекрасный день. Сегодня у нас открывается кружки детского лагеря. Я хочу, чтобы вы, дорогие детишки, провели это время с пользой, получили какие-то новые знания в период каникул, чтобы вы слушали своих воспитателей, уважали друг друга. Относитесь с большим уважением. В лагере будут проходить различные игры, мастер-классы, а также выезды для общего развития детей. Здесь их научат новым творческим навыкам, раскроют их потенциал и расскажут об основных законах дружбы. Наш праздник уже начинается, и мы отправляемся в путь. С собой друзей замечательных, дорогу ты взять и забудь. Сегодня праздник, открытие лагеря смены. Кроме того, открытие летнего лагеря также прошло в школе номер 9 города. Украсили мероприятие яркими выступлениями воспитанники Дома детского творчества. Они подготовили частушки, танцы и песни. Всего в лагере сформировано 6 отрядов. Времяпровождение будет с утра до 15:00.